Друзья, всем привет! И сегодня у нас новые обновления в проекте Bloom. Это у нас криптоигра с возможностью майнинга. Итак, смотрите, я запустил сейчас майнинг. 8 часов спокойненько будут зарабатываться криптовалюта. Ну, а в это время я могу вот сыграть снежинки. Но, друзья, я хотел показать, в чем обновление. Итак, разработчики добавили интересную фишку. Вот я вчера же уже ее попробовал. Хочу сегодня вас показать. Итак, есть возможность играть еще мини-игры. Вот давайте-ка мы сейчас попробуем вот сыграть эту игру с котами. Вот, и я надеюсь, что она сработает. Итак, вот здесь у нас Pixel Tab. Вот, да, на канале я играл Pixel Tab. Вот, ну а сейчас сыграем и в эту игру. Ага, друзья, нам зачислили денежки. Нам зачислили денежки за то, что я вчера играл в эту игру, а сегодня просто зачислили деньги. Я думал, еще надо сыграть в эту игру. Нет, друзья, это просто у нас мини, получается, как бы мини-игра. Вот, либо мини-игра от этой студии, или просто была возможность заработать дополнительную валюту, просто сыграв мини-игры. Я вот немножко вот не понял. Скорее всего, это была просто возможность вот заработать валюту. Итак, валюту я немножко заработал. Ну, тогда давайте-ка с вами немножко сыграем снежинки и будем смотреть, что еще, какие добавления, какие фишки будет вот давать компания. Итак, и вы видели, я сыграл был мини-игру. Вот, кстати, могу показать ту мини-игру. Ну, давайте-ка вначале сыграю снежинку, а потом покажу, вот какую мини-игру мне предложила была компания. Достаточно интересно. Вот только я не понял, так игра будет приносить валюту вот, или нет, криптовалюту. Итак, вот суть игры очень простая. Ловим снежинки, за снежинки нам идет монетки. Вот заморозка замораживает, и тогда мы спокойненько можем побыстрее пособирать снежинки. Еще одна заморозка. Вот супер. Вот так. Итак, пробую. Возьму вот другую. Переместил в руку. Вот. Бомбы постараюсь, друзья, как-то не попадать. Вот, отлично. Вот, куча бомб. Вот, вижу бомбочку. Вот, аккуратно чуть-чуть ее не тапнул. Вот, ну вот, супер. Итак, друзья, у нас праздник. Я заработал 113 монеток. Ну, вот как-то это вот так работает. Что ж, здорово. Итак, друзья, хотел показать, какую мини-игру мне предложила компания. Вот эту игру. Вот, я только не знаю, дает ли она какой-то прибыль или нет. Вот, но игра мне понравилась. Вот, эта компания Bloom предложила вот эту игру. Игра в котиков. Я еще в ней особо не разобрался, только понял, что мы можем вот этих котиков как-то совмещать. Вот так, смотрите. Вот, я могу их совмещать. Вот, и выводить как бы новую породу котов. Вот, совмещением. Вот. Я так понял, что можно делать как-то даже массово это, но пока еще не разобрался как. Итак, смотрите, вот некоторые коты уже нашел 6 уровень, да, вот. Вывел котика 7 уровня. Вот, что это у нас? Ну, как-то так. Ага, коты уже перешли на 3 уровень. Ну, давайте я сейчас попробую как-то массово объединить. Итак. Можем ли их массово объединить? Пока у меня не получается массово объединить. Возможно, дальше получится. Так, вот котики 5 уровня, 6. Вот, 7 пока нету. Вот, так, что это у нас? Так, что-то, мне кажется, немножко подвисает. Да, надо подкупать котиков 3 уровня, иначе ничего не будет. Так, вот так еще. Вот так и вот так. Хорошо. Так, объединяем котиков. И что это у нас получается? Ну, пока непонятно. Так, еще 2 котика 6 уровня. Объединяю. Так. Так. А что это у нас получилось? Я не понял до конца. Ну, ладно. Ладно, еще попробуем сейчас как-то это все объединить. Надеюсь, что у нас все получится. Вот так. Итак, 2 кота 5 уровня. И сейчас объединю 2 кота 6 уровня и посмотрим, что из этого получится. Так, что-то как-то не очень объединяется. Эллен. Возможно, вот так надо. Ага, надо, чтобы они друг напротив друга были. Тогда, наверное, как-то объединиться.
Так, друзья, не получается объединить котов шестого уровня. Мархаба. Почему, непонятно. Долде. Так, монет у меня уже очень много. Почему-то пока очень мало. Вот так, сейчас попробую объединить. Итак, шестого уровня. И что? Thanks. И почему-то, друзья, не объединяется. Так, ну давайте я все-таки попробую как-то объединить. Thanks. Так, пятый уровень, вот кошечка есть. А интересно, как убрать кошечку первого уровня? Вот вопрос. Так, смотрите, есть у меня кот седьмого уровня, я как бы его уже разблокировал, но почему-то вот эти коты шестого уровня не объединяются. А, вот, получилось. Да, вот удалось вывести кота восьмого уровня. Ну, вот такая вот непонятная игра с котами. Вот, здесь можно какие-то боксы открывать, спины тянуть. Ну, давайте-ка я открою какой-то бокс. Вот так это выглядит. Вот. Вот, какая-то валюта зарабатывается. То ли это крышка валюта, то ли это просто деньги, я не понимаю. То есть надо с этой игрой еще разобраться. Кто, друзья, в курсе, напишите отзывы в комментариях. Ну, а я вот немножко сыграю с вами в котиков. Да-да-да, вот такая вот забавная игра. Итак, похоже, это не Астонфит. Падают деньги, какие-то еще спины. Ну, давайте я повращаю, посмотрим, что это делает. Итак, какой-то один цент я заработал. То ли это реальные деньги, то ли нереальные, опять же, мне это пока непонятно. Итак, целых 7 спинов есть. Вот, ну, давайте покрутим, повращаем, посмотрим, что себя вот представляет эта игра. Итак, опять валюта заработана, котик довольный разбрасывает деньги. Так, вот. И так еще вращаю спины. Ну, раз они есть, то давайте я сегодня уже использую эти спины и посмотрим, что уже получится. Так, куча монет, отлично, это здорово. Вот еще 5 спинов есть. У нас попадет и опять денежка. Ну, приятно, конечно же. Итак, каких-то 94 цента уже у меня есть, даже 95, 96, 97. Неужели доллар нам удастся заработать? Вот. Итак, я попробую, друзья, разобраться, есть ли вообще в этой игре функция вывода денег. Вот, если будет, то это будет очень круто, очень здорово. Так, 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 и опять у нас упало на доллар. Неужели выиграли? Так, 2 цента. Отлично. И если еще попадет какой-то доллар, то уже точно будет вот у нас и так. Крутой какой-то бокс, куча кристаллов. И что это дает? И, друзья, еще какой-то бокс. Я не знаю, пропали мои доллары, появилось за 6000 кристаллов. Так, и почему-то кристаллы исчезают. Так, вот еще 1,5 кристалла. Так, из кристаллов почему-то исчезают. То ли это так надо, то ли не надо. Итак, котик разбрасывает кристаллы. Я их собираю, и что, это все? И вот последний спин. Так, да, надо разбираться в этой игре. Я пока ничего про нее. Вот вчера немножко сыграл, покрутил спины, когда в Блюме мне предложили сыграть эту игру, чтобы заработать бонусы. Ну, и пока как-то так. Так, вот, вышел, друзья, назад из этой игры. Ну, в принципе, на этом сегодня уже давайте-ка, наверное, и будем заканчивать. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилась ли вам вот сегодняшняя игра. Я так случайно опять же вышел. Так, где мой Блюм? Блюм, 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 Блюм. Блюм. Да, вот она. Итак, друзья... Почему-то... Ага, вот с крестиком назад надо было выйти. Что ж, друзья, надеюсь, что игра, видео понравилось. Прошу поддержать канал лайками, комментариями, подписками. Вот, если интересно еще больше видео по игре Блум, я постараюсь вылаживать для вас. Ну, а сегодня на этом прощаюсь. Всем пока, друзья, до новых встреч.